Зачем тащить? А подскажите, пожалуйста, что произошло просто? Монеты же, что она своровала. Что она своровала? Так никто не обращается. А где охрана? Позовите охрану. Позовите охрану, пожалуйста. Кто вы едете? Почему вы так делаете с ребенком? Где начальник охраны у вас? Как вас зовут? Что вы здесь делаете? У вас были уже тут разборки? Вы приходили сюда? Вызывайте полицию. Вызывайте полицию. Вызывайте полицию. Да что они не вызывают? Да, на каком основании вы меня сюда затащили? Почему не вызывайте полицию? Почему полицию не вызывайте? Кто я затащил? Почему вы они там стоите? Они вот все трое. Девушка, выходите отсюда. Что вы кричите? Трое. Вы не имеете права сюда человека затаскивать. Вы не имеете права человека. Сейчас придет полиция. Девочка, выходи сюда. Выходи, выходи. Вы определите. Вы же не определите, правильно? Не вот полиция определила. Вы не имеете права выпустить ребенка. Она несовершеннолетняя. Какая разница? Если вы считаете, что она что-то своровала, да, давайте смотреть камеры. Там, будем, если будет поставить, выпускайте. Сейчас полиция приедет. Смотрите, если вы сейчас утверждаете, что да, сейчас вы... Да, она... Покажите. Что показать? Сейчас приедет полиция, покажет. Вы кто такой, чтобы вам показать? Я потребитель. А вы кто такой? Я. Вы кто такой? Такое обращение вы не имеете права так обращаться. Ну, сейчас полиция приедет, у меня все записано, сейчас посмотрим. На руках аж несет. Да. Девушка, выходите. Девушка, несем, выходите, на пожалуйста. Несем на руках, да, пожалуйста. Молодой человек, вы же заодно. Что? Вы заодно? Да, она, конечно, мы с ней заодно. Все. Сейчас разберем. Я ей помогаю даже. Она сейчас из жизни что-то достала, там, за стол кинула. Вот, уже. Да тут все пишет. Тут камеры все пишут. Даже если она своровал, вы не можете ее просто так вот сюда затаскивать. Ребенок орет. Охрана, называйте. Вы не имеете права ограничивать. Мы имеем право. Ограничивать вы не имеете права. Заходите сюда. Заходите. Вы его выпускаете, пусть ребенок здесь ожидает полицию. Пусть ребенок здесь. Посмотрите, сколько здесь свидетелей. Послушайте. Пусть все свидетели стоят. Все свидетели стоят. Мы сейчас вызвали полицию, теперь закроют. Это уголовная ответственность. Не уголовная ответственность, не уголовная. Уголовная. Нет. А и вас вот будет, видишь, вас тоже будут сейчас. Конечно, все по закону. За превышение должностных полномочий, это статья, если вы не знаете. Хотя откуда вам это все знать? Она рецидивистка, понимаешь, не первый раз. А на каком основании вы ее называете рецидивисткой? Основание, потому что мы ее... Это суд пояснил. У нас есть сводка, понимаешь, и мы... Дайте сводку, какая у вас сводка? Такая большая. Все. Да весь магазин слышит, как ребенок орет, вы ее затаскиваете. Зайдете? Давай. Нет, люди согласны, а то сейчас другие начнут. Они... Можно я тогда тоже нет, захожу? Нет, а на каком? Нет, я тоже посмотрю. Нет, я не выключу. Да пусть он включает, просто я его не хочу здесь видеть. Ну, пожалуйста. Ну, сейчас полиция приедет, все равно будет выбирать. Дай, закрой, мы сейчас поговорим, я отпустим. Давайте, я тоже зайду. Ну, я тоже зайду, давайте. Показуху устроил. Ну, давайте, я тоже зайду. Да, мы сейчас решим с ним вопрос. Ну, пожалуйста, сейчас заключим, и все равно все, полиция приедет.